Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артём. И в этом ролике мы поговорим о городских дизайнерских биноклях от бренда Livinguk, а именно о моделях Livinguk Rainbow. Кстати, на выбор пользователя представлены 8 различных цветов. Это апельсин, красная вишня, лимон, лайм, голубая волна, аметист и классический белый и черный цвет на любой вкус. Как вы можете видеть, дизайн действительно достаточно интересный. Однако это не отменяет наличие качественных технических параметров. Например, оптимально подобранное увеличение 8 крат идеально подходит практически для любых задач, как обзорных, так и для точечных наблюдений. Кстати, по поводу угла обзора, он здесь действительно достаточно широкий, составляет 7,6 градуса в угловом эквиваленте или 133 метра на 1000. Поверьте, это очень много, поэтому этими биноклями можно пользоваться в том числе как обзорными для наблюдения за какими-то мероприятиями, например, за театральными постановками, концертами и так далее. То есть диапазон применения максимально широкий. Небольшие объективы диаметром 25 мм делают эти приборы действительно очень компактными. При этом нужно понимать, что такие линзы не способны показать качественную картинку в полной темноте или густых сумерках. Однако при наблюдении в городских условиях, при нормальном освещении, эти бинокли справляются со своей задачей на ура. Давайте же переместимся к одному из приборов и посмотрим на него более детально. Первое, что хотелось бы отметить, это максимально легкий вес прибора, который составляет всего 280 грамм. Эти бинокли действительно очень удобно всегда иметь при себе, они не обременят вас даже при постоянном ношении. Достигается это за счет полностью пластикового корпуса. Кстати, материал пластика очень приятный на ощупь, эти бинокли даже не хочется выпускать из рук. Матовое покрытие, опять же дополнительный плюс в копилку общего классного дизайна. Помимо этого, корпус бинокля Livinguk Rainbow имеет функцию не только влага, но и водозащиты, то есть ими можно пользоваться также и на воде. Они не боятся непродолжительного погружения в жидкость, что является дополнительным плюсом. Внутри корпуса находится разреженный азот, что защищает оптику от запотевания при резком перепаде температур. Материал оптики здесь высококлассное стекло марки BAC4 с полным многослойным просветляющим покрытием. Просветление достаточно плотное, о чем вы можете судить по многочисленным цветным бликом на линзах. Приборы Livinguk Rainbow оснащены окулярами, состоящими из 7 линз в трех различных группах. Такое большое количество оптических элементов говорит нам о высочайшем качестве картинки, практически свободной от каких бы то ни было аберраций, то есть искажений. Кроме того, окуляры оснащены поворотно-выдвижными наглазниками, что очень удобно. Прибором могут пользоваться в том числе люди, которые носят очки, при этом снимать их абсолютно не обязательно. На правом окуляре мы найдем механизм диоптрийной подстройки. Если ваши глаза видят по-разному, приборы Livinguk Rainbow вы всегда сможете отрегулировать под ваше зрение. Максимальное межзрачковое расстояние составляет 76 мм, это более чем достаточно для подавляющего количества пользователей. Кстати, все приборы Livinguk Rainbow сконструированы с использованием современных RUF-призм. Это делает их такими компактными по сравнению с классическими моделями, а также придает дополнительную защиту корпуса, так как вся фокусировка, то есть движение линз относительно друг друга, происходит полностью внутри корпуса, никакие части не выдвигаются, в отличие от классических поро-биноклей. Со всеми моделями Livinguk Rainbow в комплекте вы найдете плотный тканевый полужесткий чехол с дужкой для продевания через ремень. В нем удобно как хранить бинокль, так и носить его везде с собой. Также ремешок для самого бинокля, он продевается через ушки на корпусе для ношения на шее. И салфетка из микрофибры для чистки линз, чтобы всегда и везде окуляры и объективы бинокля оставались чистыми и радовали вас качественными наблюдениями. Ну а теперь давайте потестируем бинокль Livinguk Rainbow на деле. Объект, на который мы смотрим, находится на расстоянии приблизительно 160 метров от нас. Благодаря 8-кратному увеличению мы видим его так, как если бы находились всего в 20 метрах и наблюдали невооруженным глазом. Нужно отметить, что во время теста нас очень впечатлили бинокли Livinguk Rainbow. Все благодаря качественному стеклу марки BAC4 с полным многослойным просветляющим покрытием. Несмотря на достаточно маленькие объективы, картинка, как вы видите, четкая, яркая и насыщенная. Как вы можете видеть, бинокли Livinguk Rainbow показывают отличную картинку.
При этом эти модели годятся для очень широкого круга задач – выездного туризма, городского туризма, для наблюдений на воде и работы в качестве театрального бинокля. Ну а яркий дизайн никого не оставит равнодушным. Кстати, как и большинство приборов от бренда Livinhook, модели Rainbow оснащены пожизненной гарантией. Это значит, что неважно, сколько времени прошло со дня покупки этого прибора, вы всегда имеете возможность обратиться в сервисный центр при возникновении каких-то неполадок, если, конечно же, вы соблюдали условия эксплуатации. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, а также нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов. Если у вас есть какие-то пожелания по тематикам будущих видео, оставляйте их в комментариях, мы обязательно постараемся это учесть. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!